Для учета работы контрольно-кассовой машины необходимо ввести информацию о кассе ККМ. Для этого откройте пункт меню «Справочники», «Денежные средства», «Кассы ККМ». В список касс добавьте новую кассу и введите в карточку кассы ККМ ее наименование. Касса ККМ – это фактически денежный ящик, куда поступают денежные средства от покупателей при оформлении розничных продаж через контрольно-кассовую машину, подключенную в режиме фискального регистратора.